Привет, друзья, это исследователь. Хотел я снять обзор на этот лучок, лук ялтинский называется. Видите, он такой сплюснутый, синий и сплюснутый. Стоит он дорого, от 200 до 300 рублей, то есть мега дорого, обычный 30 рублей. Даже синенький, который на это похож, тоже от 30 до 50, а этот лежал-лежал у меня, стал портиться уже, пока я собирался снять ролик. Как я понял, он не такой горький, единственное, для салатов хорошо подходит. Больше я не понял отличий. Если надо, можете купить, попробовать. По мне, нормальный по вкусу для салатов. Вот такой вот он сплюснутый, как видите. Но это такой элитный, мега дорогой. Наверное, большинство его, конечно, не будут покупать за такую цену. Ну, как свинина, получается, стоит. На этом все. Пока. Подписывайтесь, ешьте лучок ялтинский.